Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь открытие кейсов. Дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чентони. Это уже третья серия по России GTA на сервере RP Box. Привет всем, господа хорошие. Ну как вы, скучали по нам, а? Давайте залетайте быстренько, ссылочки все в описании на сервер, друзья. Да-да-да, ребята, обязательно играйте с нами, мы играем на 6-м сервере, поэтому будем вас ждать. Короче, катались мы по району и наткнулись вот на такую виллу и думаем, нихера себе, вот это я понимаю особняк. Слушай, брат, я хочу туда, пустите я меня. Я тоже пустите. Хочу здесь жить, слушай. Я мне хочу кажется, себе такой дом, ёпсель-мопсель. Это, слушай, хата мэра, походу, какая-то. Я не знаю, чья это хата, у него даже вертолетная площадка там есть, смотри. Да. Короче, мы не удержались и задонатили, ребята. И поэтому сегодня в этой серии мы будем просто открывать кейсы, будем делиться друг с другом эмоциями и посмотрим, что нам выпадет, в принципе, из этого всего дела. Что ж, ребята, чтобы вы понимали, один донатный поинт это 1 рубль. То есть у нас по 10 тысяч рублей на счету, и мы сегодня просто будем тратить бабки в надежде, что нам упадет что-то действительно очень крутое. Да, ребятки, поэтому давайте я начну, Юрец, можно, да? Давай, открывай первый бронзовый. Погнали. Поздравляем, вы получили 75 единиц доната. Нормально, так, я открываю. Поздравляем, вы получили ремонтный набор, 3 штуки, окей. Можно продать. Но я пока возьму, пускай будет. Открывай. Открыл. Так, поздравляю, вы получили VIP-аккаунт на 7 дней. Нифига себе, слышь. Я нормальный, я VIP теперь. Тяжелая броня 3. Че за лажа? Тяжелая броня, тебе нормально, слушай, выпадает, да? Дальше, давай. Дальше. Поздравляю, вы получили 70к рублей. Нихера себе, ты че бабки поднимаешь? А... Вот, 75 парень. Доната. Нормально, хорошо. Давай дальше. Давай, погнали. Да, бабка, сука, бабка! Бабка, Антоха, бабка, хэштег. Так, я открываю. Я выиграл, слышишь, да? А мне 75 тысяч бачей упало, окей. 75 тысяч, давай я дальше. Поздравляю, вы получили ремонтный набор. Так, понятно. 200 тысяч рублей я выиграл. 200 тысяч, нихера ты там зара, слушай. Давай, давай, качай бабос. 75 тысяч доната. Так, у меня... О, чувак, Volkswagen Polo мне упал. Да ладно, да это ладно, зелененький который? Да, да, да. Ах, Кирилл, давай я. Аптечка 3X. Хорошо, тоже. Как слить бабло. Да, да. Второй, просто серьезно, второй Volkswagen упал. Да ладно, ты чё? Я на бабках буду сидеть, нет. Бабка будет на втором сидеть тогда. Давай, давай. Слушай, это Камри вроде. Канистра, чтобы заправлять твои Volkswagen. Отлично, бабка будет, короче, личный заправщик мой. Да-да-да, нормальная тема, кстати. Три канистры тоже упало, хорошо. Погнали, погнали дальше. Три канистры упало, открывай. А, тебе три канистры упало? Да. У меня аптечки еще три, у меня 6 аптечек уже. Нормально. Я буду медиком. Так, у меня еще 3 тяжелых брони, отлично. В принципе, броня тяжелая это хорошо. Тяжелая броня, у меня 200к рублей. Так, и последний кейсик. Еще броня. Эх. А у меня еще один, братка, есть кейсик. Давай я его открою. Давай, открывай. VIP-аккаунт на 3 дня, еще один. Ну ты охерел. 10 дней випки просто Антохи пало. 10 дней випки у Антохи, ёпси. Зато у меня 2 гольфа, тоже хорошо. Так, нормально. Ну следующий кейс, давай я первый начну открывать тогда. Давай, давай, давай. Так, слушай, а тут скины прикольные, да, и бабла, смотри, сколько, охереть. Смотри, там мустанг, короче, можно выиграть. Да, 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 хочу, хочу, хочу. Давай, 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 братка, конечно. 250 доната мне упало. 250, это херня. А он стоит 300, это херня, да. Карта выхода из тюрьмы. Ого, это фри джейл, что ли? Фри джейл, да, какой-то. Прикольная штука. Нормально, да. Так, то следующий. Меня посадили, я вышел, нормально. 600 тысяч бачей. А, вот она, 600 тысяч. Нихера тебе там выпадает, слушай. Хорошо. Аптечки 5, слушай, у меня 11 аптек. Да и у меня медик будешь лично. Я тебя буду лечить просто. Так, открываю кейс. 5 аптечек, ты мне больше не нужен. Да. Я открыл кейс. Вип-аккаунт 15 дней. Да ты охерел, у тебя уже 25 дней випки. Я тоже хочу випку. Слушай, на месяц сразу запасся, нормально. Так, давай, открой кейс. Давай, давай. 250 тысяч бачей. Нормально, нормально. Печальненько 250 немножко. Тысяч бачей. Так, и последний кейсик. Ну давай мне что-нибудь. 5 канистр, спасибо. 5 канистр, заправлять свои полы. Еще 250 тысяч. Хорошо, слушай. Слушай, Данила бы нам позавидовал сейчас. По-любому. Да-да-да. Давай ты я смотри. Начинаю желтый кейс тогда. Там, короче, скин агента и какой-то в шляпе прикольный. Блин, хочу-хочу-хочу. Там мотоцикл я хочу себе и неоновый какой-то тачка там. Блин, охеренно. Давай, открывай. Один лям денег, смотри там. Да-да-да-да-да. Ну все, погнали. Раз, два, три. Ставочки растут, ребята, лайкос прожимаем. Отгадай, что у меня выпало, Юрыч? Аптечки. Современный денди. В смысле, что за денди? Агент вот этот.
Да ладно. Да, ну вот этот, который в шляпе. Блин, ну офигенно. Офигенная тема. Мне 40 донатов выпало. 400, вернее. 40, говорю. Давай дальше открываем. Открывай. Отгадай, что, Юрыч? Не знаю. 15 дней VIP-аккаунта. Да пошел ты в жопу. Всю випку забрал, мне не дают. 30 дней аккаунта випки. 40 дней, охереть. Это ва-банк, у меня 30-ка аккаунт, VIP-аккаунта упала. У тебя 30-ка выпала? Да. Вот нормально, нормально. Отлично. Мы с тобой випы теперь здесь, на RP-боксе. На долгое время. Ремонтный набор X7. Такое себе из такого выбрать, да? Да, да, да. 400 тысяч бачей. 400 тысяч бачей тебе выпало? Да. Дальше давай. Так, открыть. И еще 15 дней VIP-аккаунта. Антоха будет задрачивать, короче. У меня, короче, 55 дней VIP-аккаунта уже, друзья. С кем поделиться, заходите. Со мной. Давай, давай. Так, еще 15 дней мне упало. 45 дней. 55 дней и 45 дней. У нас вообще крутецкий просто. Охеренно, ребятки. Просто будем офигенно играть. И аптечек под сраку у нас. По 20 аптечек уже. Ты открыл уже кейс? Да, вот. 57 аптечек еще. 15 дней аккаунта. Нихера себе, у тебя уже 60 там, братка. 2 месяца просто випки, хорошо. Охереть, 2 месяца. Вот у меня почти 2 месяца, и у тебя. Ты представляешь, что у нас там творится? Давай, 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 дальше самое вкусное. Блин, я хочу байк. Что? Здесь просто вообще монашка, смотри. А ты что, не открыл последний золотой? Я открыл уже. А у меня еще один, ну-ка я открою. А, ну давай еще я тогда возьму один. А, карта выхода из тюрьмы у меня 3 штуки. А, ну нормально, давай я еще один золотой тогда. Давай, давай. Открыть кейс. Еще один денди, брат, еще один денди. Блин, поделись. А я не знаю, можно как-то делиться, нет? Разберемся потом. Давай в самые дорогие. Ты смотри, какие скины и коллаж даже есть. Я тебе говорю, там смотри, монашка какая-то, он прикольная. Обалдеть. 2,5 ляма, миллион, випа в 30 дней, короче. Ну, охренеть. Короче, здесь жесть просто. Че, давай, открывай. Я первый? Да. Фух, ну давай, поехали. 1000 единиц доната, слушай. Ну это хорошо. Это неплохо. Окупил, да. Короче, ящик. Да, да, да. Да ладно! Чё такое? Форт Монстр мне упал второй, черно-зеленый. Вот это круто. Охренеть, Форт. У тебя, слушай, у тебя 3 тачки выпало. 3 тачки меня... просто, реально. У меня ни одной нету тачки, слышишь? Зато у тебя 2 скида, чувак. 3 скина у меня. Я хочу вот этот черный, короче, с красным галстуком. Такой, знаешь, какой-то мафиозник такой херен. Охренеть, ты знаешь, что мне выпало? Чё? Он для автомобиля. А, ну это подвеска снизу, да? Да-да-да, вот это вот черная, которая. Я понял. Блин, ну не знаю, надо посмотреть, кстати, прикольно, может. Я скин бабки ни за что не поменяю. Да. Так, еще кейсик открываю. Давай-давай. 1000 доната, окей. Нормально. 1 000 000 рублей. Ну тоже неплохо поднял. Так, последний сундук. Давай-давай. Да ладно! Второй форт, серьезно. Да ладно, ты, братан, точно со мной поделишься, а я тебе дам этот скин. Бабку, бабка мне не нужна. Мне не бабку, а деньги этого. Охренеть, у меня, кстати, на счету 3000 осталось, 3225. Я предлагаю тебе их слить тоже. Подожди, у меня еще один кейс. Давай, дорогие самые, докупим еще просто и все. Давай, все давай, бабки. Давай. А я не знаю, сколько у меня денег осталось. Подожди, я гляну. У меня 3000 было. У меня там еще один кейс остался, еще 1500 есть. Давай, ну я, короче, 3 купил, все, и это больше ничего нет у меня. Так, ну давай я тогда открою пока кейсик. Давай, давай, открывай. 30 дней випки! Да ладно, ты вообще там, короче, застрял на 3 месяца уже в этой игре. Охренеть, уже боль. Нет, а нет, специально реально это делают, чтобы люди застревали в этой игре. Так, давай это я жестко. Открываю кейс самый дорогой. Давай. Поддельные документы. Нихера ты. Я буду жестким агентом Дэнди. Это интересненько, кстати, между прочим. Так, ну-ка, кейсик. Чего, еще одна тачка, что ли? 30 дней аккаунта. Да ладно. 4 месяца випки люкс. Ты что ли, там? Самый дорогой випки. Ну-ка, давай-ка я золотой открою еще один. Давай, братан. Вип-аккаунт на 30 дней. Обалдеть, все, мы с тобой пропали. Мы с тобой просто випы теперь конкретные. Больше в роликов не выходит, потому что мы официально играем в RP-бокс. Мы просто випы теперь, да. Так, давай, последний кейс у меня остался. Давай. Да! Чего? Экстравагантный господин. Розовый этот костюмчик упал мне. А, розовый костюмчик. Я думал, ну ладно, вот тоже этот... неплохо. Да-да-да, нормально. А я еще один кейс золотой открою. Открыть кейс. Давай. Еще 15 дней випки. Охренеть. Итак, подведем итоги. Как это все посмотреть? А как это все увидеть? Да, вот это мне теперь интересно. Вот, куй, че. Вот, да, вот, смотри. И вот они получаются. А где випы о, наши? Смотри. Охренеть, ты знаешь, что это? Посмотри что? На меня, ты знаешь, что это? Это этот же, Аль Пачино. Это Вито Скалетто из «Мафии», ёпа-мать. Серьезно. Подожди, а как? Во, сейчас я пере... О!
О, мадемуазель. Бабка, на тебе есть. Ты слышишь? Бабуля, спокойно. Так, а что еще? Так, броник хорошо, можно одеть. Ну-ка. Да, я одел броник, отлично. Слушай, тут настолько лица прорисованы, просто охеренно. Ты посмотри на бабку на эту, она просто четко прорисована. Да я вижу, вообще офигенно. Знаешь, что надо сделать? Надо, короче, заспавнить этот. Ты подожди, у меня еще вот такой костюм есть, смотри. Чувак, отойди. Нихера себе. Ты видел? Да. Я просто вояка теперь конкретный. Смотри на мою тачку. О, а мне можно спавнить такую же? Могу, только ты в ней не поедешь. А хотя я тебе время на ключи дам, поедешь. Давай-давай, время на ключи, погоняем сейчас на ней, подожди. Я, кстати, тебе могу, получается, продать тачку по дешевке. Ой, это круто будет, слушай. Ну-ка, давай-ка сюда иди. Ну-ка, попробуй. У тебя розыск есть, да? Да, есть. О, убрал. Вы успешно убрали у ГК розыск. Нихера себе, вот это я понимаю, вот скажи, это хорошо. Спасибо, братки, ёпси. Ну да, кстати, ты меня вообще посадить должен был. У тебя этот костюм сапера какого-то. Дэнди вообще написано было. Так, а что у тебя там еще было, ты говоришь? Подожди, а что еще было? Набор одежды. Подожди, а на... Да, набор одежды же у тебя какой-то был. А вот я тебе на тебя перевожу, что, ничего? Нет. Так нельзя, видимо, да? Подожди-ка. А я вот так сделать могу? У тебя сверху сотка появилась? Вы надели бронежилет на другого игрока, да. Да. На тебя бронежилет оделся. Блин, ну прикольно, прикольно, интересно. Блин, подожди, а что еще? А, премиум посмотреть надо. А так. Премиум через F1, вот, премиум, и у тебя люкс, и вот 30 дней. И куча статус. А, вот люкс. Просто мы не знали, видишь, так бы обратно деньги вернули. А у меня написано, вернули. Осталось 6 дней, типа. Интересно. В смысле 6 дней? Не знаю. А у меня 29 пишет. У тебя 29 пишет? Да. А у меня какого хера 6-то? Ну, наверное, последний на 6 упал. Не-не-не, у меня последний на 30 наоборот падал. Туда не знаю, что за хрень. Короче, будем писать администрации и разбираться по-любому. Мне кажется, это осталось... А, ну хер знает. Ну да, спросим потом у ребят, короче, они скажут там. Да, с этим, думаю, проблем не будет. Что ж, ребятки, вот такая эпичная серия. Открыли с вами кейсов на 10 тысяч рублей. И просто охренеть, как реально подняли и скины, и тачки. И я просто не ожидал. Это действительно круто. Да, ребятки, поэтому, в принципе, кейсы, они беспроигрышные. Ну, кому как, да, кто собирается играть в эту игру, то вам вот такая тема, я думаю, пригодится точно. Но, опять же, все зависит от вашего бюджета. Да. Поэтому, ребята, если хотите поиграть с нами, welcome, как говорится, RPBox, сервер 6. Ждем вас всех. И спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что прожали лайк и подписались на канал. Пока, ребята. Да, ребята, всем пока.